Недобрые, на связи я, Амкабаски. Это 274-я часть прохождения Fallout 4 на 100%. И сегодня мы выполним оставшиеся квесты подземки, и вполне вероятно, что начнем уже выполнять квесты Братства Стали. Поэтому, если вы еще этого не сделали, обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите все уведомления, ну и, конечно же, приятного просмотра, не забывайте писать комментарии. В описании ссылочка на это прохождение сначала, чтобы узнать, насколько мир Fallout 4 огромен и прекрасен. Нас отправили в Тикандерогу, якобы сюда проник охотник, нам надо его завалить. Лол. А я ничего не вижу. Ой, а кто тебя ударил? Intruder identified. This is a restricted area. Your arrival wasn't in the mission briefing. This irregularity will be reported to Justin Ayo. You know who I am. So tell me, what are you doing here? Intelligence indicated this is a railroad base. Perimeter breached and all hostiles eliminated. Currently maintaining surveillance. The SRB sent me to check on you. See if you need help. Mission proceeding according to plan. Ambush set for railroad targets. Prepared to reclaim any synths they possess. Okay. Mm-hmm. Use the stairs to leave. The elevator's been disabled by the second unit. I did not need to see that. Good old Tycon. High rise is one of the best. Окей, надо вас ликвидировать. Хотя старый добрый мартобой. Вау, тут похренеч, наверху есть еще кто? Нет. Хотя давайте зачистку, тут же они типа перебили всех подземковцев. Поэтому все заберем. Записи какие-нибудь есть последние? Просто проверить. Рулет из костокрыса. Да, самое время это обсудить. Редкая, но прикольная. Агент подземки. Че он про еду говорит? Или это у него такая реакция на то, что его дружбанов постреляли, как бы? Ай, это заряд. Крутокрыс. Кек. Какая-то странная у него грусть. Еще и крутокрыс откуда-то здесь нарисовался. Место мы лутали, к счастью, нам это делать, повторно, не придется. Хватит ныть. Здесь еще и турель. Офигеть. Ты? А чё такие ложки? Внизу. Остальные внизу. Лабиринт какой-то. Уничтожено. Подождите, запирается? Да. Окей, это ради отношений с Диаконом.
Какой сейф? Не знаю никого, ни про какой сейф. Валить. Это так называется. Дьяку это понравилось. Ловко ты со шпилькой управляешься. Да не только со шпилькой. Хи-хи. Так, нет, с ней флиртовать мы не будем. Я на всякий случай пробегусь, осмотрю место, потому что трупов членов подземки я тут не нахожу. Именных типа Хайрайза я не видел. Кстати, я не видел трупа Хайрайза, а я хочу на него посмотреть, потому что мало ли у него там какая-нибудь записочка или еще что-нибудь в этом роде. Ну, кто знает. Никого. Может быть, я его не заметил тупо. А, нет, мы его обобрали. Все, окей, окей. Нас не спустят по лифту, да? Нет. Вот это тоже какой-то баг. Они положили туда хороший лут, заперли его, и мы не можем открыть. Может быть, конечно, так задумалось, но это бред. Ладно, текаем. Кстати, я могу рассказать одно интересное наблюдение. Сейчас убедиться. Кинуть. Вот смотрите, мы в подземку не приходили, квеста подземки не делали. Рэндальф, Тикендерога. Что там у нас еще было? Альберта и прочие, Августа. Станции, они работали. Мы пришли, их резко понакрыли. С чего бы это вдруг? Ну, если бы мы ничего не делали, в таком случае, получается, подземка была бы сильнее, чем она сейчас. Вот и делайте из этого выводы. Так что, работая на подземку, мы на самом деле разрушаем подземку, как бы это странно не выглядело. Но, тем не менее, это факт. А, я, кстати, не протестировал возможность кюри в прошлой части. Мы ж не до сотки добили отношения. Плюс один напарник в копилку. Давайте сейчас проверим. А, подождите. Еще один институтский охотник. Я устал, я мухожук. Надо каким-то образом себя отпинать. Ну ладно, само проверится. Эй. Sure. Happy to talk. Сразу поболтаю. Да уж не сомневаемся. Там рейдер, он псих. Ну ладно, только потому что он псих. Вообще тут мины, по-моему, должны быть. Все, забирать не буду. Ладно, все, конечно, хорошо, но давайте отчитываться о квесте. А вот что делать с Дьяконом, я не знаю. Мы же еще не добились с ним отношения. The importance of Bunker Hill and our asset there is not widely known. Опять Рэндальф 3. Ticonderoga was wiped out by coursers. No survivors. They got high rise too, Des. All hands lost? God damn it, that's not the news I wanted to hear. Now we're in a race. Can we free the synths before the Institute wipes us out? We've survived this far. We'll make it to the end. Here's hoping. With Ticon down, we're short-handed. If you could spare time from your primary mission, the others could probably use some help. Ага, 500 крышек. Карабин. 4 патрона к нему. 5.56, это ж смешно. Desdemona. High-Rise was a good man. Да-да-да. Рэндальф вычеркнуто еще. Тикендерог, точнее. Ну, Рэндальф давно вычеркнуто. Томми У. Дьякон профессора Глория.
Окей, у нас там еще одно задание. Рэндальф 3. Оно бесконечное или нет? Я не знаю, но пока выскакивает, я его буду делать. Че, тут несколько забыла. Я на всякий случай наведу справки, но пока это возможность улучшать отношения с диаконом. Почему бы их не поделать? Почему с диаконом? Да потому что. Надо. Недоулучшили. Пока мы бегаем туда-сюда, мы что-то взламываем. Обновление 3. Разное. Улучшаем отношения. Это задал будет. Станция Рэндальф 3. Randolph Safe House reporting. Package 1 is away. No problems. Route cleared as promised. Runner reports recipient is, as of now, closed for business. Switchboard spook. Hey, I'm getting you paid, bro. We could always use some more ammo. Кек. Окей, куда вы нас посылаете? Трёшь, площадка нас гвардии. Окей. Кстати, там рядом поселение, надо бы зайти на огонек. Песика, кстати, я время от времени буду тоже навещать, потому что плюс к отношениям с диаконом. Многие любят, когда мы песика долбим. Так уж сложилось. Почему бы и нет? Кек, расширенка еще с того времени. Почему мы отгули чистим места? А тут все заспавнилось. Вот это. Стоп, я задание выполнил? Обезьяна кашлота. А, там же проход, ну да, да, да. Подлокация. Да? Да. Нет. Может быть, имеется в виду на улице. Да, наверное. Ладно, сейчас разберемся. Не проблема. Да, а, нет, правильно, все, переход. Казармы. Все. На этого не надо делать. Он особенный. А, окей. На изи. Наверное, сейчас после того, как мы сделаем этот квест, я поставлю паузу и посмотрю, бесконечный ли он или нет. Просто если... А, рядом враги находятся.
просто пока вот это все откроется, это надо ждать. Надеюсь, робот наверху заспавнился. Охранник. Нет, робот не заспавнился. А жаль. Ни замков, ничего. Securing a new route isn't glamorous, but it's still important. Да, да, if да. Our runners can't move since safely. Any payment for this? Certainly. Keep assisting Randolph Safe House. They've got two more synths in there. Еще два синта. А, то есть рано или поздно оно закончится, да? Если я правильно понял. Нет, да, нет. Ну, учитывая, сколько опыта дают, оно не должно быть бесконечным. Пэм. Нет. Да. На этот раз он... Заберу. Жоли Синс опять косит. Что там у нас? Не выскочил квест? И я сейчас паузу поставлю, наведу информацию, наведу справки по этому квесту. Так, во-первых, я навел справки, всего 6 квестов. Будут разные места и прочее, а потом это все закончится. Второе, я немножечко пробежался с Диаконом, потому что надо было уйти туда-сюда. Забежал к Эбботам, таможню, в общем, перебил несколько противников, собрал чуть-чуть лута и улучшил с ним дважды отношения. Первое за счет... Давай сразу, наверное, отправимся, куда нас на этот раз посылают. Супермаркет, окей. Купим что-нибудь. Что я там хотел сказать? Что-то я говорил. В общем, немножечко получали дважды отношения. Взломал терминал, очень сложный, и сейф. Очень сложный. На самом деле это на уровень отношений не влияет, ну просто к слову. Просто я думаю, если есть однообразное вторичное действие, которое мы не один раз видели, почему бы не сэкономить время. Станция Рэндольф, обновление 4. Куда нас послали? Уничтожить врагов. Чё-то страшно. Ладно, сейчас узнаем. Я как-нибудь выложу все вот эти записки, потому что с ума сойти можно. Таскать все это с собой. Хотя найдешь то, что надо. Нет, правда, капец. Станция Рэндольф, обновление 4. Randolph here. We're still working the route. О, чудище. Runner has confirmed the final destination. He's solid. But we got another bump. А где опыт? We need our heavy to take Чего out. Она полумертвая была? You up for it, chief? Mr. Timms, out. Да-да-да. Мы перегрузились. Куда ты нас послал, я не понял. Ты нас послал в Фар-Харбор? Ну и мудак же ты. Ладно, окей. Так, минуточку. А каким образом подземке угрожает Фар-Харбор? Ой, неважно. Просто рандомно выбирает локация, но как-то не продумали это, я считаю. И куда? Гранд-отель Харбор. Ну да, ну да. Это как нас послали в другом квесте в Nuka World. Ну сейчас я, конечно, туда не попрусь. Конечно, когда я там буду, я выполню этот квест. Но я сейчас хочу, наверное, тут довести кое-какие дела до конца, а потом уже отправиться в Nuka World. Кстати, тут нормальные противники. Не можешь не радовать. А, блин, я же перегружен. Блин,
мы скоро уровень получим. Ну, это очевидно. Даже быстрее. Вообще, Гранд Харбор приятно чистить. Тут их много спавнится. Ну вылази, что я буду целиться, ждать. Надеюсь, уровень получим. А, мы ж проверить перк хотели от пери. О, 134 круто. Давайте сразу выберем. Только вспомнить, что бы я хотел вкачать. Разберемся. А, вот, наверное, вот это. Хотя... А, я же хотел ниндзю качать. Вы настоящий ниндзя. Урон от скрытных атак в дальнем бою увеличится 2,5 раза, а в ближнем бою 4 раза. Ох, все прыгаются. А, кстати, проверить перк. Замедление срабатывает, когда у нас мало хп. Но это вроде 20%. Добивать будете меня, нет? Ну чё такие косые? Вот он я перед вами. Блять, они не попадают туда. Ну, по-моему, это меньше 10. Ну, это меньше 10 явно. Короче, я объясню. Это багнутый перк. То есть, на самом деле, вы не получите этого бонуса от отношений с Кюри. Он не рабочий. Там прописано значение 10. Как бы они предполагали, что они ставят проценты. Но на самом деле, они поставили 10 стандартных значений здоровья. Это же заведомо больше хп. А надо было поставить 0,1. Потому что от единицы 0,1 это 10%. Единица это полное здоровье. Что-то типа такого. Ну, мы как бы тут перебили их достаточно, можем сваливать. Но тут есть какой-то компания грех. Что можно делать? Может, не держит. Крышки.
Нет, не все. Кто еще? Кто еще написано опасность? Лол, на радаре никого. В чем прикол? Не, а правда, кто еще? А, кто-то остался наверху. Правда, я не вижу, но сейчас найдем. Сквозь тем убедиться. Ладно, ща перебьем. Ну, там пустые банки. Все. Окей, возвращаемся обратно в Содружество. Только непонятно, куда там указывала стрелка, не туда куда-то. Ну да ладно. А, наверное, на лодку. Ну, не суть. Читаться. А сейчас, наверное, чтобы лишний раз на видео не заниматься фигней, ну, во-первых, пойдем пса изнасилуем. Времени прошло достаточно. Во-вторых, я на запись все это выгружу, побегаю с диаконом чуть-чуть. Да-да-да. Another job done. I'll send word to Mr. Timms. He needs to start moving since and stop making excuses. Угу. 130 крышек, смешно. Целеуказательная четырехствольная пусковая установка. Ракеты две штуки. By yourself. Рэндальф 4 выполнен. Пам что-нибудь расскажет. Пам. Она нам еще одну наводку не дала. Ну ладно, не суть. Где у нас тут ферма Эбернетти? Песик. Чик-чирик. Кошка умерла. Вот он. Диакон, не уходи далеко. Догмит. Кусок мяса. Come on, boy. Собачьи. Ага. Давай, давай, давай. Hi. Want me back on deck, huh? I got him. Давай, давай. Let's go then. I'm all... Ну все, ставлю паузу тогда. Я решил вам сэкономить время, чуть-чуть пошатался с диаконом, выложил все еще, уже почти опять забился, улучшил один раз отношения за взлом замков и дошел до записки Рэндальфа на линии 5. Там ничего нового сказано не было, типа барабанщик. Станция хочет связаться, бла-бла-бла. По-моему, в том почтовом ящике забрали. Barring that, we need some more hostiles removed. Mr. Timms, out. Угу. Ну, опять стандартно нас посылают на этот раз политехническую школу Бостона. Окей. Предпоследнее задание от них. Игра, кстати, скримерами закидывала, пока я тут ходил. В одно место с супермутантами зашел. Они сразу накинулись 3-4 с камикадзе, с бомбами чуть не убили, но это ладно. Ну там всякие жуткие звуки и прочее, ухожу из локации, так пынь, как будто бы я находился в музее ведьм Салема, когда там сверху лазит этот засранец. У него что-то там легендарное.
Стимуляторная броня. Все. Надеюсь, внутри будет замок и терминал, который можно сломать. Ну, все ради прогресса с Диаконом, конечно же. Хотя он меня, честно говоря, задолбал, но... Ничего. Дальше попроще будет. Пым-пым. Staff would like to remind you that baseball is for after school, and that any radio found on a student will be confiscated. Мы там что-то сломали. Need some cover fire over here. Ай. Бывает. Локацию мы тоже летали, я этим заниматься не буду. Речь толкнуть можно, нет. Все, нет. Да хрена себе. Ай, красиво. Может, хоть оружие другое возьмем? Можно. Внизу, по-моему, чувак с прикольным шлемом сидит, у которого крыша поехала. Да-да-да. Я помню эту локацию. Не анули? Бля, я не помню. Ну и... А, понял. Да, это она. У вас там припадки. Ты тоже со шлемом будешь, нет? Нет, ты шлем. Рекламная модель Voltec номер один. There we go. Oh. Это из DLC клуба творчества. Если бы они сразу бы заспавнились, в тот момент, как мы начали проходить, это DLC фан. Было бы веселее. Но это чисто рандом. В принципе, я уже могу отсюда уйти. Я только за. О, Диакон-то рядом. Но мне надо взломать терминал и дверь ради опыта. Yes. Диакону это понравилось. Терминал тут тоже должен быть. Наверху. А где его хоть? Seniors, I'll remind you that you must be 18 or older to attend the Army Recruitment Seminar during second period. С той стороны. О, Диакон, ты рядом? Надеюсь, что да. Yes. Да, Диакону это понравилось. Все, теперь можем уходить.
Сейчас доложим. Кто здесь рядом? Будем считать, что мы вот так подкололи. Еще кто-то. Он нам мешает. Если можно уйти, я не против. Да. Ну, почти половинку до 135 уровня. Хорошо. Randolph reports they got another synth to safety. That's two assists in your column. Два задания. See you later then. Before you go, Pam's near 100% on Randolph. Her best guess is our people weren't infiltrated. But the station could be compromised any time now. So keep helping Mr. Timms. Угу. 175 крышек. Fault blue, huh? Угу. Залезь в карман. Ключи штаба подземки. Еще раз поговорю с Пам, вдруг выскочит. Пам. Не хочет давать задание, но и хрен бы с ней. Ладно, опять ставлю паузу. А вот и еще одна записка, давайте послушаем. Randolph here. Supplies are running out. Runner is getting cagey about the route. Can we get one last tack nuke from the heavy? Pretty please? Once that's done, we'll move our last package. You're my hero, Mr. Timms. Out. Последний, значит, они больше не появятся. Что, у нас какая-то тусовка тут? Так, 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 так. Надеюсь, его убьют. Как бы цинично не прозвучало. Я не вмешиваюсь. Не-не-не-не, я не вмешиваюсь. Я ж тебя убью. Ну, не поймите неправильно, хотя не обязательно его убивать. Но с него выпадет Demon City-вская. Вот это все. Не поймите неправильно, но это наконец. Ну, то все равно получается, если бы мы сюда не приперлись. Ладно, последнее задание, как он говорит. Последняя посылка. Ой, ё-моё, куда ты меня посылаешь? Hubris Comics, окей, я понял. Вот оно. С Диаконом я не знаю, сколько мне еще улучшать отношения. Я, честно говоря, задолбался. Но надо, надо. По разочку взломали. Или нет? А, нет. Чё? Неважно. Ну, таковы задания. Куча пулей. О, то, что надо. Так, сохраночку. Диакону это понравилось. А каким замком управления? А, здесь еще есть. Там должен лишать уникальный молот, но мы его уже забирали.
поэтому там не лежит. Диакону это снова понравилось. Окей. Давайте пройдемся. Так, стоп, а где проход? Не через сортиры же. Нет. Галюсится. Подожди. А, нет, не бежал. Окей. Окей, сейчас считаемся. В конце концов, эти квесты, они неплохо опыт приносят. Если так задуматься, вы получаете опыта за сам квест почти 500 единиц. Можно и больше, если специально одеться, поупотреблять там и все такое. Вы, Б, это за убийство противников, которых он надо уничтожать, и С, за взломы, открытия замков, терминалов и прочее. Попутные улучшения отношений с напарником. Опять. Это крыло. О! А, это мы видели. Ладно, это не важно. Не относится к делу. Мистер Тимс. Is this the one? I have someone here who wants to meet you. So you're the famous professor. You really saved our asses. Oh, I'm Mr. Tims. Everyone at Randolph owes you. Mm-hmm. Is Randolph safe house okay? No. We got orders to abandon. We heard the bastards that took down Switchboard also got Herkimer and Allen. So they might have been closing on Randolph as well. You saw us through some really dark times. We all pitched in together for this. My team's gonna be hunting for a new safe house. Knowing how paranoid my runner is, it'll take a while. Take care. Mm-hmm. Гроза института, модификация, предмет взят. Deacon's record is the best. You could learn a lot from him. Up there, assume you're being watched. Always. Desdemona. H-222 made it out of the car. It's a tradition to down a glass for your first successful run. Выпить? Я с ними буду пить бурбон. God damn it! Losing Augusta is a real blow. Not your fault, I know. Desdemona. I don't want to talk about Blackbird. Carrington is sure to give me. Здрасте. Пам. Recalibrating using new data set. Пам. Analyzing. Анализирует. Окей, тогда, наверное, я поставлю паузу еще раз, поулучшаю отношения с Диаконом. Если вдруг что-то тут еще выскочит, я сюда тпхнусь как минимум разок, я это покажу. О, Диакон вас боготворит. Ну-ка. Deacon. Hey, I got something important to say.
I really appreciate you putting up with my bullshit. Truth is, it's been a long time since I've had a friend. I'm a liar. Everyone knows it. I make no secret of it. Because the truth is, I'm a fraud to my core. When I was young, a hell of a long time ago, I was, well, scum. I was a bigot. A very violent bigot. We all make mistakes when we're young. A mistake or two, yeah. But what I did? I ran with a gang in University Point. We called ourselves the UP Death Claws. For kicks, we'd terrorize anyone we thought was a simp. We kept egging each other on. Started with some property damage, graduated to some beatdowns. Then, inevitably, a lynching. The Claws leader was convinced we'd finally found and killed the synth. Looking back, I'm not so sure. You killed someone? That one was enough for me. It was his eyes. Those eyes haunt me. Bulging. So I turned my back on my brothers, broke all contact. Time passed, I became a farmer, if you can believe that. Then, one day I found someone. She saw something in me I didn't know was there. Barbara, well, she just was. What was she like? She had a smile like on those old magazine covers. Her eyes. We were trying for kids, eking out a living. Then one day, it turns out my Barbara, she was a synth. She didn't know that. I certainly didn't. I don't know how the Death Claws found out, but there was blood. So they killed her? Yes. I don't remember much clearly after that. I know I killed most of the Claws. I must have made a big impression. The railroad contacted me, figuring I'd be sympathetic, seeing that I lost my wife. And, well, what I did afterwards. The railroad let you in, even though you were once in the Death Claws? So many years had passed, I don't think anyone, well, except for the Claws, knew that. All they knew is, someone fought back. I don't even know why I lie anymore. But I can't tell the truth. Everyone, Tom, Dez, you, even that asshole Carrington, they deserve to be on the railroad. I don't. I'm everything wrong with this whole fucking Commonwealth. You're the only friend I got. I don't deserve you being okay with this. Hell, I'm not even asking for it. But I figured you should know. Вот так история. Hey, everyone's got a past. The important thing is you're trying to make up for it. I'm still on your side. I'm not the hugging type. So, yeah. Good talk. Не очень-то и хотелось. Но тут имеется в виду, что романтических отношений с ним быть не может, если кому интересно. Достигли наивысшего уровня отношений с Диаконом, приобрели способность плащить кинжал. Ура. Теперь я могу с ним не мотаться. Давайте посмотрим. Способности плащ и кинжал. Благодаря отношениям с Диаконом вы наносите на 20% больше урон при скрытных атаках, а время действия вашего стелс-боя увеличивается на 40%. Блин, слушайте, ну это ж крутая способность. 1/5 урона плюс. Это здорово. А песик со мной? Эй! Hey. Да, я живу, это... Come on! Все. Поскольку со всеми напарниками, которые у нас на данный момент времени есть, у нас максимальные отношения. На всякий случай надо в подземку зайти. Я еще туда не отправлялся после этого. Мы отношения добили до максимума. Остается еще... А вот не помню сколько. Сейчас посчитаем. Раз, два, три. По-моему, еще три напарника осталось. У нас их еще нет. Че, барабанщик не бежит? Heads up. Tom's got more goodies in stock. Да, check да. with him. Hi. Use the back entrance. Too much traffic to the church, and we'll burn this hideout. Make sure you never. Понятно, еще нет.
Это они так заспавнились. Пес, уйди отсюда. Мне страшно, кто-нибудь позовите Понтия Пилата. В эту штуку вселились души, не знаю, убитых охотников синтов. Интересно, она не взорвется? Блять. Эту штуку в космос запустить можно. Дездемона. Establishing Mercer Safe House is a sign we're on the road to recovery. Thank you. Glad you're with us. Are you injured? It's a wonder you... Gonna pass. Let me know if that changes. Ага. Да ё-моё. Не хочешь говорить. О, мистер Тимс, тут типа будет ошиваться. Окей. Хорошо. Здорово. И все такое, что там обычно говорят, у нас там как по опыту. Почти половинка. Подкручивать долго и не подкрутим в итоге. Ладно, в таком случае... Ну, вообще сейчас будет более структурно правильнее, наверное, часть закончить. Она получилась суммарно, если все вот эти отрезки сложить, короче, где-то на 50 плюс минут. Но... Я эту часть пишу очень долго, может быть, часа два или более, потому что все вот эти путешествия туда-сюда, все это занимает время. Сейчас все это выкладываем. Мы собирали тут дофига всего. Страж-смотрителя. Окей, тут не так много всего. Бывает такое иногда. Да, все. Да. Будем путешествовать с псом, он нас не ограничивает употребление препаратов. Собака нас не осудит, что бы мы ни делали, так что все хорошо. Блин, сейчас будем не вспомнить. Чай пригодится. Налоги. Тут у нас альянс просит протекции. Окей, 39 человек, охренеть. Это законно? Нет. Какой-нибудь сбой. Не может быть там 39 человек. Потом. Чего такие лохи? Серьезно, никого не было. Всякие лохи на вас нападают, вы меня зовете по пустякам. Это не смешно. Я своих дел полно. Для туловища плюс 3 к 7 характеристики, у нас не больше 25%. Турели не поломались, вроде нет. Тут реально 39 человек живет, 20. Кто-то разводит нас. Но это не наше дело. Эй, Дизер. Да, лимонад. Enjoy! Ага. Хороший лимонад у него.
Так, ладно, все это, конечно, хорошо, но надо... А, это мужик, я думал, это баба. Хотя и мужик толстый все равно. 1000, что так мало? Эй, да. Уйдите, ай. Бла-бла. О. Все, на этой ноте предлагаю часть закончить. Сегодня мы добили все оставшиеся задания подземки, какие только сейчас можем выполнить. С станции Гарольд, или как она там называлась, неважно. Разобрались, улучшили до максималки отношения с Дьяконом, получили очень прикольный перк. Прокачались неплохо, лута понасобирали, в общем, весело провели время. Поэтому, если вы еще этого не сделали, обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите все уведомления, не забудьте написать комментарий. Увидимся с вами в следующих видео на нашем с вами старом добром консервативном канале. Всем пока!